Здравствуйте, дорогие чайные гурманы! Сегодня мы расскажем вам об одном из самых популярных сортов чая – Цейлона. Для него собирают только верхние молодые листья и скручивают их специальным образом. Заваривают этот чай при температуре 90-95 градусов. На 500 мл кладут 2 чайные ложки листьев и настаивают около 4 минут. Цейлонский чай категории Супер Пека обладает необычайно сильным ароматом и насыщенным терпким вкусом. Имеет выраженную горчинку и поэтому отлично подойдет любителям крепких чаев. Кроме того, к нему можно добавить цветки липы и получить удивительное сочетание вкусов. Пейте чай и покупайте его у проверенных продавцов.